Пока. Здесь кушай, дружок появился. Второй масол уже ест, а то выдрыгивается постоянно. Видать, сильно есть хочет. Еще будешь, дружочек? Лапки сложил. Сейчас. Сейчас будем опять распаковывать. Мешки, ребрышки. Дружище, не уходи, здесь ешь. Присаживайся, малорик. Завхоз наблюдает, кто что делает, чем занимается, кто сколько с порции съел. Все надо мне знать. На то я и завхоз. А где рыжик? А рыжик уши греет сзади. А я думаю, что-то там сверлит мне позвоночник кто-то. Чей-то взгляд. Не проголодался? Тя, рыжика, Джан. На. Рыж, что за обиды? Дружка, мол, кормишь. Предатель, говорит. Мы с тобой по горам ходим, а ты его кормишь. Мысли рыжика. Увидел, что достаю масолик, я хотел барбосику дать. Говорю, барбосик, на, я тут пристал, вот сюда подошел, давай отнимать у меня. Слушайте, он сегодня сильно голодный. Я так давно не видел, чтобы он так много ел. Да накормим, брателла. Вечно здоровится. Сегодня старый Новый год. Это праздничный обед у вас. Маслы. Дружок скажет. Ну что, нельзя было картошечку в мундирах с салом, с бараньими косточками. Что ты приперся с маслами, блядь? Нищий блогер. Нищебродина, блядь. Ходишь тут своими маслами. Да как маслы? Я сам такие не ем, блядь. Дружочек. Я уж забыл, когда первый ел. В Сочи каждый день я первый ел. Я только, наверное, и ел это первое. Я же рассказывал вам, банки больше продают, скрыл, вывалил, все готово. Ты нахера воронам оставил? Есть не хочешь, значит, и этот оставил. Блядь, дружок голодный, ты обуревший. Блядь, оставил. Продуктами разбрасывайся, Пуговкин сказал бы тебе.
Ага, чтоб утащил воронов. Дружочек, у тебя сегодня новогодняя ночь будет козырнячая. Козырнячая. Покушать ты поешь. Останется только место теплое для ночлега найти. Но это не страшно. На улице плюс 12, наверное. Сиди. Как дела у вас? Знал меня? Да, конечно. Молодец. Вон. Смотрю твои. Ты сам далеко не приходишь. Ну, на большие расстояния, не только по Ялте. Ну, вы помните, говорили, сходи туда. Да, и правильно ты сделал. Я пошел, видели, да? Да, да. Ну как, я всегда с тебя смотрю. Ты самый плодовитый из всех. Это я тебе точно говорю. Да я каждый день видео снимаю. И по три видео, по два в день ты, выкладываю. Ты, да, вот поэтому ты увлечен. А я сижу на своем диване, лежу, дай-ка я в Ялту пойду. Олег сейчас что-то там придумает. Тогда, ну да. И смотрю, так ты еще и пошел, где-то ты еще был, не в простых еще местах, там еще ходить надо прилично. Вчера вот отсюда вернулся. Сайла Ялтинская, Айла. Сам один ходил? Да, с собакой. Вы этот ролик не видели еще? Я видел последний ролик, когда вот сейчас вот это настоящая буря. Это да. Вот это то, что надо. Это я специально как бы подошел. Вот это снимает. Да, я снял уже. Покормили собачек. Он дружка гладит. А Рыжик подошел его. Прогнать с набережной. Барбос, он лежит. Татьяна Ильинична. Она же Татьяна А. Собачкам спасибо за видео. Спасибо большое, Владимир Сергеевич Р. Спасибо вам. Спасибо, люди. Со старым Новым годом вас. Всем добра, всем здоровья. Всем долгих лет жизни. Я еще буду по набережной ходить, гулять, солнце, неохота идти домой. Штормит тут красиво наблюдать. Да, красивые волны, однако. Такой шум стоит у берега. Бывает вот средняя волна, бывает прям вот, знаете, такая огромная, вот она нет-нет, как даст. Вот, смотрите, как катается, как. И солнце. Шторм и солнце – это что-то. Сегодня с подписчицами разговаривал. Мать с дочкой здесь сейчас живут. Приехали. Разговаривали. Выясняется, она блогер. 350 тысяч человек подписан на нее. Ну, кулинария. Я думаю, ничего себе. Вот такие дела. Вот волна идет, смотрите. И радуга пошла. Играет волны хорошо. Ух!
опять же, наверное. Дружок уже оттуда идет. Медленной походкой. Одной пишет, другой зачеркивает. Идет. Вот он. Два друга. Куда это они пошли, дружок подумал. А я сейчас к ним на хвост упаду. Дружок говорит, я к ним сейчас на хвостик упаду. Пошли, пошли, дружок, с нами. У тебя поломался зуб, тот, который прямо между губ. У тебя поломался зуб. Хорошая песня. Главное, со смыслом. Ну и что? Тут не виноват и никто. Вот если бы одежду ты предала, но одна буду все фигня. А я люблю тебя, люблю. И косую, и кривую. А я люблю тебя и косую, и кривую, и без зуба. Вот эта песенка. Мужик наяривает эту песенку. Сейчас мы скажем вам, сколько тепла в Ялте. Плюс 9. Маловато, однако, по ощущениям 12-15. Так. 9 это что-то как-то слабенько. Как же на солнышко деревья смотрятся красиво, да? Сейчас солнце светит красиво. Крымская костень, детская посуда, магазин «Фисташка». Надо прирекламировать вас, магазин «Фисташка». Надо зайти и выпить кофе. Ага, в следующий раз. С вашими ценами повесится от охоты. Пойдем, Дружилкин, с нами. Потусуешься. Домой неохота, солнце же здесь. Дома нет солнца. Почему я на поводке? Кто может объяснить? Рыжика мысли. В чем дело? В чем косяк мой? Почему я на цепи? Как в горы, так без цепи. Как по набережной, так в цепи. В чем дело? Что происходит? Пошли здесь. Дружок, идем, идем. Чай кормит.
Никто не бухает, вот поэтому и праздник не чувствуется. Я бы, если бухал бы, я бы сейчас выпил, мне бы было бы все хорошо, я бы уже свободненько справлял бы старый Новый год. Идемте, идемте. Что так медленно идет? Рыжик недовольный дружком. А дружок говорит: можно я просто с вами похожу? Просто рядышком буду идти, не мешать вам вовсе. Ну, я немножечко с вами погуляю. Можно, нет? Дружочек. Дружочек говорит так. Качается. Можно, можно, дружочек. Пошли с нами. Ты же наш друг. Просто тебе надо с Рыжиком поговорить. Уточки плавают. Уточки плавают. Всех со старым Новым годом. Ну, коняшка еще даже стоит. Иди сюда, дружочек. Ну ладненько. В следующем году встретимся. Всех с праздником. Смотрите много, не пейте. Пишите комментарии. Да, Рыжик! Мне надо крутиться. Закрутит меня поводком. Я еще посижу здесь день на лавочке, на солнышке. Всем пока. Ну, здесь похоже на Новый год, согласитесь? Everyone.